Ой, в общем, арабское, обратите внимание, арабское процветание забралось на этот, ой, на это кресло. Это вообще Матирточка любит здесь сидеть с зеркалом. Это кресло с зеркалом. Знаете, это кресло с зеркалом. Смотрите, какие девочки, красотки. Вообще Матирточка очень любит на этом кресле с зеркалом. Это ее такое, эти всякие там, эти фотосессии, вообще она там любит спать. Ну, Матюдочка, ну поиграйте, а я засниму вас. Матюда, ну не надо рычать, поиграй с девочкой. Ты посмотри, какая она. Она тоже любит это зеркало, эти фотографии, это фотосессия. В общем, ногами. Ногами. Будем брать ногами здесь в спальне. И кошками. Будем брать ногами и кошками. Я ей сказала, чтобы она на кровать забиралась. А она, видите, на этот стульчик. Имейте этот в виду, вот этот красный стульчик, бордовый. Я купила, нашла его по интернету, вот, и купила в Америке. В Америке в 2008 году, вот, ну, там созвонилась, мужчина мне его на парковку там, недалеко от 56 Kenmore Road, Bloomfield, Connecticut, привез. Ну, в общем, на парковке я ему отдала денежку, у меня этот стул, имейте это в виду. Ой, девочка хочет играться. О! Матильдочка! Матильда! Как же так? Матильда! Ну, все, распушилась. Матильдочка! Ой, все, тогда не надо с ней... Матильда, ну это надо? Ну это надо? Матильдочка, ну не надо, видишь, она поиграться хочет с тобой. Лапками, а ты на нее так шипишь. В общем, эти кошки... В общем, эти кошки... Моя маленькая, забирайся на кроватку. Ну ладно, видишь, Матильдочка не в настроении играться, моя хорошая. Матильдочка не в настроении. Матильдочка не в настроении играться. Давай на кроватку. Давай сюда на кроватку. Видишь, ты к ней играться, она на тебя шипит, не хочет она. Видишь, она тут это шерсти, пошерстила мне тут эти эксклюзивные, короче, просто она мне здесь нашерстила, пошерстила, поспала. В общем, стирайте. А вообще у меня с машинкой там что-то такое. Вы знаете, машинка там чуть в космос не улетела. В общем, эта стиральная машинка при отжиме чуть не улетела в космос. Вы понимаете, да? С теми еще простынями. Думала, что она улетит в космос. Она с этого спиди стала. Вы знаете, эта машинка вчера слетела при этом, при центрифуге, что-то, в общем, с ней такое. В общем, чуть ли не в космос. В общем, с этой штуки она прям это... На чем она там стоит? В общем, летала вчера эта машинка на отжиме. Ой, стала отжимать, стала летать. Вот. Так что вот. Вот такие вот дела.